Так, ну давай, покажи, расскажи, что умеет твой робот и вообще кто это такой? Это робот, но я его назвала монстром 2.0. Ну, давай, садись в него. Так, ну у него Это очень много его функций. Q, это правая рука, а конъюгация Е, это Еще они могут вперед выдвигаться. назад. Так, ехать он может? Да, поворачивать. Ну, дальше еще есть кнопки? На руках ты вроде бы все кнопки показал. F это огонь, и стрелять. Ну, много пушек тут. Ой. А, вращение на месте. Да, вот почему я снял этот меч, потому что если будет с роботом каким-то ПВП, то можно будет сделать полный главный. А, дальше что еще? То есть можно раскидать Ой, днем. там у него это поршни этот, еще что-то портал я Сейчас видел. покажу, где чем. На С это основное поле, на В это поле, может крутить головой и в одну и другую сторону. Так, порталы. Это я сделала ему такую функцию, называется грудной луч. Ну-ка, встань, ух. Ну, встаю. Иу. И меня ТП-шит в тюрьму. А, Да, нет, я не буду сбег. ловить Ну, людей. людей. Хакеров. Стреляй. Лучом. Нет, лучом. Лучом, я говорю, поршни. Огонь. О, все, я в тюрьме. В клетке. Так, можешь его заново загрузить? А сейчас я расскажу. Еще он может видеть от первого лица, это и выдвигать свою кусту. Вот, видеть от первого лица и выдвигать, и задвигать свою кусту. А можно я им поуправляю? Сейчас. Так, загрузил. Ну, сейчас. Тут Давай. вроде бы все включено, да? Нормально. Очень сервер лагает. Сейчас карту я убираю. Так, получается, на X, Z я могу, ну, ртом вот так делать. Вот закрываем кулу. Дальше, что я еще могу? Я могу ехать вот так просто и поворачивать. Еще я могу так руками делать, ну, типа бить, что ли, не знаю. Дальше могу их назад и вперед, вот так, Это что выдвигать руки. такое? Дальше, еще тут есть кнопки, сейчас я по всем кнопкам прохожусь. Есть очень много пушек тут. Одну руку, наверное, поднять. Дальше есть еще Джей вроде. А нет, я могу еще на месте крутиться. Вот так. Ой-ой-ой. Блин. Не, так пойдет. Сейчас я чем-нибудь еще посмотрю. Ну, может крутиться. Вот так, очень опасная функция, из-за которой я упал. Вроде все нормально. Будем лежа его смотреть. У него есть магнитные щиты на голове и на руке, но это уже показывал. У него крутится голова еще назад-вперед. Ну и еще равно есть минус. Так, сейчас посмотрю. Это глаза выдвигаются, насколько я помню, и камера. Так, глаза и камера. А куда нажимать, чтобы это от лица камеры смотреть? F, K, K, L, По-моему, на либо V, H. на минус или равно, там не работает. Ну, вот так как-то. Можно оно загрузить опять? Его уже наверх невозможно понять просто. Будем пробовать билд-а-вот проходить или нет? Ну, твой выбор. Ну, можно, только если я поставлю кресло, ну, автомобильное, можно будет... Ой, не автомобильное, а Не, тогда все клавиши потеряются. Не, давай как есть, робот. Ну, хорошо. Будем проходить или нет? Ну, давай. Ты будешь вести? Да, я буду водить. Кстати, забыл сказать, его можно залезть вот здесь, сзади, по ногам. Тут дверь, А, заходишь стой, стой, это я не и видел. Катапультироваться тоже можно. Так, джетпак взял? А что тут? Да. Открывай дверь. Можно залезть в робота. Если нет джетпака, то залезаешь сюда. Ну ладно, иди там Можно садись. сидеть. Все двери можешь закрыть? Ну, одну дверь закрыть. Внизу, а то я не смогу вращаться. Так, все, я готов. Можешь расфиксировать. Так, расфиксируй. Наверное, включим воду, да? А, нет, ну ладно, так тоже пойдет. Нет, ну ладно. Все, начинаем приключение. Побил-то бот. Сейчас я себя закрою, то будет опасно. Так, ну у меня есть только колеса, и тут впереди немного защиты. Так что шансов на победу мало. Ускорителей нет. Начинаю проходить, пока не сломаются колеса. Ну все, уже на первом испытании. Поворачивать немного сложно только. Так, первое испытание я смог проплыть, почти что не повредившись. Тоже. Лучше пушками буду пользоваться. А как этот луч можно еще выдвинуть? А, 8-9. Я лучом буду себя прикрывать. Так, разворачиваюсь, ну чтобы сразу камни ломались. Луч-то все равно не пригодится. Так, второе испытание тоже проплыли и вроде бы ничего не потеряли. А, пока голову свою открою. Тут довольно опасный уровень,
сверху падают цветочки, ну нормально. Пока что даже ни одно колесо не сломалось, потому что тут впереди есть защита, я думал вообще сразу колеса сломаются. А, пора закрываться. Поле. А, точно. А какую кнопку? Я не забыл вообще про поле. КН. Ну да, поле тоже есть, я совсем про него забыл. Так, еще есть С, тоже поле. Ну, поле до ног-то не достает. Оно только от авиации защищает. Ну, пусть будет. Что-то этот робот так норовит развернуться вообще. А, ну да, написал. До ног оно не касается. Особого толку нету. Ну, есть только от инопланетян защищаться. Которые, кстати, уже скоро будут. А нет, хотя бы только токсичный уровень. Повезло. А нет, а да, все. Почти доехали до конца, и робот упал. Все противовесы, которые там стояли, чтобы не переворачиваться, они сломались. Ну, вот теперь это поле реально помогает. Уже его нету. Так, сейчас. Поршни выключу. Ну, мы, наверное, доплывем до конца все-таки. Живые. Главное, голову спасти. Нормально вроде бы плывем. Я ничего уже делать не могу, потому что колеса не касаются земли. А, ну у меня кепки нет, надо закрыть голову. Но это уже так. Раз, два. Осталось два испытания, и потом самое сложное. Ну и все. Ой, голова взрывается. Одна рука отвалилась. Ну посмотрим, если до конца доплывем, то сколько конечностей останется. Раз, ничего не взрывается. Только одна рука отпала. А пушки есть? Нет, пушек нету. А, я же могу еще руками вот так двигаться. Так, они от воды касаются. Ой, у меня тут все взрывается. Так, сейчас будет самый опасный уровень. Может быть, мы даже на нем проиграем. Да. Мне осталось только тело и одна рука. Сейчас будет очень взрывчатый уровень. А, нет, автор этой постройки там остался. Ой, а нет, да тут. Стой, меня подождите. Так и знал, что на этом уровне мы проиграем, наверное. Все, давай я с тобой буду. Ой-ой-ой. Ты тут? Мы выиграем. Ну, давай. Ну, только уже от робота ничего не осталось. Ну, это просто без ускорителей. На ускорителях вообще легко можно добраться. А, я живой еще. Так, ну, я буду наблюдать издалека, потому что проиграть не хочу. Так, а какая из этих конечностей будет исходной? Ну, за какую мне считать, насколько она сохранилась? Ну, пусть будет тело. Головы не осталось вообще. Рук, ног, ничего не осталось. Ну, они тут просто как защита едут. Живой там? Ой. Я тебя не вижу. Это страшно. Тебя там нету. А, все. Тебя камень съел, кажется. Поэтому я хотел издалека наблюдать. Ну, это... Ой-ой-ой. Тут уже от тела ничего не осталось. Ну, будем следить тогда за другой конечностью. Допустим, нога. Так, ну сможет ли нога хотя бы до конца доплыть? О, ладно, будем за тем кубиком следить. Кубик, давай, ты сможешь пройти, билтобот. Ты единственное то, что осталось. Нет, там что летит? К нам тут летят люди вроде бы. Два за мной. Нога доплыла. Ура. Ладно, я буду на этом кубике. И... Так, а вот и нога я ее нашел. Ой-ой-ой, от него мало чего осталось. Ну ладно, я говорил, что нога... Блин, у меня одно хп осталось. Ну ладно, буду так лететь. Ну вот, робот доплыл до конца. От него осталось пару блоков. И все. Все, что осталось. Привет. Можешь забирать золото. Ну, от каждой конечности остался один кусочек. От головы один кусочек, от тела, от ноги, от рук. Ну все, корабль пропал. Ладно, мне надо ресетнуться. Так, думаю, мы приступаем к следующему роботу, да? Так, сейчас. Так, спасибо тебе, монстр, за то, что показал своего робота. Хочешь что-нибудь сказать напоследок? Да, хочу. Что? Подписывайтесь на канал WeGames. И ух, супер, ух, класс, кто не верит, тому в глаз. Понятно, сам придумал. Да. Ну ладно тогда, до свидания. Класс, спасибо, что посмотрели.